Добрый день, уважаемые новоселы. Позвольте от имени администрации города Ачинска поздравить вас именно вселением в этот дом, зная, что сколько вы долго ждали именно для того, чтобы из ветхого аварийного жилья перейти в более комфортабельные условия. Хочу сразу сказать, действительно, мы, город Ачинск, выполнили программу регионального переселения из ветхого аварийного жилья намного раньше. И мы, как говорится, практически отработали ту очередность, которая предусматривала признание ветхими аварийными домами до 1 января 2017 года. То есть раньше, как говорится, это сделали благодаря совместной работе, естественно, поддержке Министерства строительства Красноярского края, администрации края. Планы у нас дальше продолжать переселение. Это мы 61 дом снесли аварийный и подлежащий к сносу. Готовим площадку уже к новой программе на улице Декабристов. У нас площадка есть, два многоквартирных дома, двухэтажных, готовится проектная документация. Думаю, что летом она будет готова. И, по крайней мере, по отмашке начала действия второго этапа в крае мы готовы приступить и к этой программе, потому что еще у нас граждан, желающих переселения, необходимых, нуждающихся в переселении светлого аварийного жилья, еще очень много. Но и тот этап, который сегодня есть, это очень значимый вклад всех, кто в этом задействован. И, конечно, строители тоже принимают большую работу. Не скрою, значит, были замечания строительной организации, значит, со всеми потугами, усилиями дом действительно было дано поручение довести, чтобы увести, довести до конца все те недостатки, которые есть. Значит, были выставлены претензии строительной организации порядка 4 миллионов, около 5 миллионов рублей за то, что дом должен был введен еще в эксплуатацию до конца этого года. Но вместе с тем мы не хотели, опять же, и подставлять жителей, которые должны входить в этот дом, чтобы все было устранено. Поэтому, считая, задача выполнена. И единственное, что на будущее, конечно, строительные организации, которые в данном случае входят в эксплуатацию этот дом, конечно, более серьезно к этому вопросу подходили. Самое главное, что жители сегодня, ачинцы, въезжают в этот дом. И я искренне от души поздравляю вас с этим новосельем. Спасибо.